21 сентября Армения отметила 20-ю годовщину со дня обретения независимости. Празднование знаменательной даты началось с военного парада на площади республики. Впервые в военном параде приняли участие служащие в вооруженных силах Армении, священники Армянской апостольской церкви. Особо стоит отметить, что в параде приняли участие российские военные, которые служат в дислоцированной в Армении 102-й российской военной базе. Парадом командовал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-полковник Юрий Хачатуров. Парад принимал министр обороны Сайран Оганян. Торжественным маршем прошли курсанты военного института имени Вазгена Саркисяна, военного училища имени Монте Мелконяне, авиационного института, подразделений из всех 5 корпусов Вооруженных сил Армении, военной полиции. В параде приняло участие Армянская миротворческая бригада, военные подразделения армии обороны Нагорно-Карабахской республики. После завершения парада состоялись многочисленные мероприятия на Северном проспекте, улице Абовяна, площади Свободы и в других частях города. Прошли театрализованные представления, концерты, выставки, спортивные состязания. Я очень рада, что Армения является независимым государством. Я очень люблю мою Армению, мой Ереван, и очень довольна всеми мероприятиями, которые организованы. Я сегодня присутствовала вместе со своим внуком на параде. Я благодарна нашему правительству за хорошо организованные и разнообразные мероприятия. В центре внимания праздника – армянская молодежь, люди, которые появились на свет после обретения независимости. День независимости – это прекрасный праздник, мы очень любим этот день. Независимость – самое большое достижение, и мы рады, что живем в независимой Армении. За годы независимости мы добились свободы слова и можем свободно говорить. Мы ценим это и рады, что живем в независимой Армении. 21 сентября 1991 года в Армении был проведен общереспубликанский референдум о независимости, в ходе которого свыше 90% проголосовали за независимость Армении. На основе результатов референдума парламент объявил Армению независимым государством.